Всех приветствую, продолжаю знакомиться с работами художников. Коломан Мозер, известный также как Кола Мозер, австрийский живописец и график, художник венского модерна, один из основателей венского сецессиона, известен также как декоратор интерьера, проектировщик изделий декоративно-прикладного искусства, мебели, витражей, изделий из керамики и стекла, рисовальщик почтовых марок, один из наиболее значительных представителей австрийского и, в частности, венского искусства начала 20 века, один из наиболее значимых представителей Югенстиля. Отец художника Йозеф Мозер был директором гимназии. После окончания школы Коломан Мозер, не сообщив об этом родителям, выдержал вступительный экзамен в Академии изобразительных искусств в Вене. Обучался там в классах Франца Румплера и Кристиана Гриппенкерля. После смерти отца Мозер вынужден был финансировать свое образование самостоятельно, для чего выполнил множество иллюстраций для журнала. В 1892-1893 годах по рекомендации Мозер был учителем рисования детей эрцгерцога Карла Людвига в замке Вартхольд в Рейхенхау-Андеррахс. С 1892 по 1897 год Мозер был членом художественного объединения «Дебенер-клуб», предшественника венского сецессиона. Для журнала сецессиона Мозер создал около 140 иллюстраций. В 1890-е годы Коломан Мозер много занимался прикладным искусством. На него оказало большое влияние творчество художников шотландского модерна, а также английского движения искусства и ремесел. В 1903-м он создал вместе с художником Йозефом Хоффманом и предпринимателем Фрицем Верндорфером предприятие «Венские мастерские» для производства изделий декоративно-прикладного искусства по примеру движения искусств и ремесел. В 1905-м Коломан Мозер вместе с Густавом Климтом и другими художниками из-за разногласия с Верндорфером вышел из венского сецессиона, а 1 июля женился на дочери промышленника Диты Маутнер, после чего переехал на квартиру на Ландштрассер Хауптштрассе 138. Там он жил до своей смерти. На этом доме установлена мемориальная доска. В 1906 году в семье родился старший сын Карл. В 1909 родился второй сын Дитрих. После 1907 года Мозер регулярно принимал участие в выставках. В 1908 году участвовал в выставке в Вене, организованной группой Климта. В 1909 в международных выставках в Вене и Дюссельдорфе. В 1911 прошла его персональная выставка в галерее Митке в Вене. Крупная выставка в Дрездене, в Риме, в Дюссельдорфе, в Берлине. Коломан Мозер был профессором Венской академии изобразительных искусств в 1900-1980 годах. Умер в 1918 от рака горла, похоронен на Хитцинском кладбище в Вене. Самое большое художественное собрание Коломана Мозера находится в музее Леопольда в Вене. Изображен на почтовой марке 1968 года. Были выпущены монеты номиналом 500 шиллингов с его портретом в 1989 году. Ну вот так вкратце о художники, живописцы, графики, художники венского модерна, одного из основателей венского сецессиона Коломан Мозер, известен также как Кола Мозер. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.